Люди, я охнула. Ага, закрывается. Давай закрой. Или она автоматически закрывается. А, автодоводчик сейчас бы сломали тут. Я обалдела, когда зашла. Май гад. Май гад. Люд, это вообще обалдеть. Вы посмотрите. Это же пластинка старинная. Нет, мы, наверное, к ночи приедем. Какая красота. Обалдеть. Нет, вы посмотрите, какие комоды. Нет, ты посмотри, вот какой комод. Обалдеть. 5900 долларов. Эти часы. Это 990. Ой, какой звон-то. А это же этот комод такой. 25 тысяч. Резной. Не говори. Кому не скажешь? Это невероятно. Так он еще вообще не понимает. Вообще. Это нечто. Chicago. What is from which age? Is it for me that we should go eat split pieces? So this is like so most of the disc boxes were made 1880s, 1890s time frame. This is just a style that was made a little bit later. And this is actually an automatic changer. Mm-hmm. So there's a whole disc for it. Okay, you'll need a big ladder. Mm-hmm.
Я тоже сейчас на это. Вот это все снимаете? Ага. Детские. А, так что? У них еще онлайн, наверное, да, есть магазин? Наверное. Слушай, ну такая красота. Вот это еще такой. Ага, это театр какой-то. Угу. Да, снял. Тут, и, в принципе, цены-то не сказать, что бешеные. Ну, лёд, ну, $3000. Конечно. Вот этот $4000, ну, это за такое отдать. Вообще, да. Смотри, такие весы, это вообще. Это для младенца, кстати, может. Точно, обалдеть. Нет, ну вот сколько вот это вот стоит? Вот эти 6500, но они, видимо, из дерева. А вот это что такое? Это сахарницы какие-то, что ли? 1500. Или, а, 80. Да, а эти... Ну вот 1500 тоже. Всего-то. Кто даже 10000 в месяц получает, и то может такое. Это из кости что-то сделано. Обалдеть. Обалдеть. Это из чего? Даже трогать страшно, боюсь. Вдруг отвалится. Ну вот тоже подарок даже. Вот мужу сделать $1500. Насте подарим? Да, Настя скинемся. Тут вообще, да. Встреча. Меня почти не играет. Ага. Конечно. Обалдеть. Да. Там часы вот эти, ну не часы, а музыкальный аппарат, который в Чикаго, они видели в ресторане. Я не знаю, где. Ага. Там 1904 года. А это-то что? Такая маленькая ножка раньше была у девушек. Очень маленькая. Вот это $70000. $70000 вот этот. Ну, такая мощная он такой, но вообще. А это-то что такое, Людочка, смотри. Это что такое? What is this material? It's a bone or what? This one. This is bone. And this is a synthetic material. This was made about 40 years ago in China. So this one isn't quite as old as some of the others. But even the... Absolutely. How people can make it? Well, it's looking at the carving. It's the same. It's beautiful. Now that one was done in America, but this one is German. And a lot of them, the beautiful ornate ones are from France. Generally. Тоже, видимо, старая очень. Ногой, наверное, там что-то нужно нажимать. Пока не надо. Три гобелены, да, вот это, или как их называют? Да, вот это вышивка. Я тут хожу, боюсь даже задеть что-то, не дай бог упадет. Вот это 1150 всего? 1150? Да, ну это, видимо, не сильно такое. Ну, посмотри, какая красотень, да, тоже вообще. Обалдеть. Цены не очень дорого. Ну, вообще недорого. Для коллекционеров, мне кажется, это вообще копейки. Посмотрите, какая лампа. $410 всего. Обалдеть. Обалдеть. Да, Тиффани, точно. У меня же тоже такая, ну, немножко не такая красивая, но Тиффани. Нет, ну ты представляешь? Да. А нет, тут вообще Тиффани стайл, а у меня это настоящая Тиффани. Ага. И так я купила ее за $20 на распродаже. Нет, на стоит распродаже в этом, в Санта-Барбаре где-то.
Ой, калюстра. У меня вот здесь, знаешь, на лапе железная такая штучка написана. А, Тиффани, да? Это нечто, конечно. Идем с Людой в шоке от этого магазина винтажного. Просто в шоке. Говорим, вот в музеях, если бы такое стояло, это бы все за стеклами стояло, не подступиться было. А здесь все возле нас. Трогай, смотри.